тебе стрёмно больше за это впечатление. Да Лахтан-центр не видно. В облаках. Знаешь, что мне стрёмно из этого крепления? Чё ты боец? Припаяли, мне кажется. Приварили, а не припаяли. Да, не видно. Там вот дальше площадь Конституции. Да, все в тумане, блин. А вот там видишь вот эта речка? Ага. Вытекает. Вот там... Не вытекает, а втекает. Втекает. И там вот она идет прям до Тарзанки, там идет эти вот трубы, там через нее проходить можно. Смотри, как тут смотри, грязная вода, а там почище вода, смотри, прикол какой. А в Корее чище здесь грязнее. А, понял. Чем дальше, тем чище. Ну хоть бы поплыл еще один. Вот там по морскому каналу. А вон там стенд Ленинград. Ну так, когда заплывают, видят. Ну помнишь, на том острове мы были? Да. Канонерский. Ну где-то на юге может, да? Сейчас прикинь, телефон падает. То есть там где темнее, ну типа черта, там чище. Да, там почище. Где темнее, почище. А это походу с речки, вон, речка грязная. А тут же есть 26-й этаж. Типа, для... А там нету, там не зайти. Там есть это. Здесь бот. Ботом. Точно? Да. Это южная ТЭЦ, новая. Если бы весь финский залив был бензином, и туда бы проводили спичку бросить. Загорелся. Загорелся бы до наших домов. Да, дошло бы, дошло.